мы начинаем после долгого перерыва телевизионный конкурс «Полярная звезда 2023». Желаем вам больших творческих успехов и аплодируем нашим руководителям, которые посвящают свою жизнь подрастающему поколению. Республиканский телевизионный конкурс «Полярная звезда» объединил на своей площадке хореографические и вокальные коллективы, солистов, исполнителей художественного слова, юных сказителей Олонхо, народных песен и инструменталистов из всех уголков нашей республики. Впечатления, которые юные артисты получили здесь, несравнимы ни с чем. Это стимул добиваться большего, это общение со сверстниками, новые знакомства, творческий опыт и только положительные эмоции. Выбрать победителей оказалось непросто. Конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры, искусства, образования. На сцену выходили самые разные юные таланты. Были дебютанты, с нескрываемым волнением выходившие на большую сцену. Были и те, кто не раз радовал зрителей высоким искусством. Общими силами они подарили себе и зрителям настоящий праздник творчества. И, может быть, сегодня мы наблюдаем первые шаги будущих больших артистов. Ведь именно здесь начинали свой путь многие звезды якутской культуры, для которых «Полярная звезда» стала прекрасной стартовой площадкой. Биги ансамбл бытата! Догун! Биги девиз быт! Догун санана индивидеки! Беги, хоногар бегулеген усалдан улухтан сидят. Мен салаяти Пьодорова Саргалана Петровна демен. Мен оланко гонан жарктаматым атан бохин уантан такасал болла.
то алакада идет на табун, а раз курактерге баратыгар, кеттер этибит. Билгин биги мен үсөгөнө калган турабын, анна эртимен берген алакатуттан бахтар дине оголор талардылар, уанна народ ретин ылатылар. Оголор бедери астына дохуя кытталлар. Үс састарыттан уже белемнен кирен барабын. Анан буланна биги сака оготоотан, бул сакалы тойокта кылдыктак дени оголорго терди хатыбын. Сакам сире! Беги усалдан каптенита сылджабыт, браты ольсавтар демир, марик уанна дамир. Кры эдак бутиттен ылырбутын сөблюбит. Бирди-бирди ылыр этибит. Бегитене Альбина Николаевна Бурнашова веретер эте. Оттон осколаға кальбип петегар, айнын кетивна Каменева ылан икки голоска верип пете. Онна биге альбах багай ырыны билебит. Барыкыдыгар сетихини. Сири,
Участие в конкурсе – это бесценный опыт, который необходим юным артистам. Каждый, кто приходит к нам, старается показать результаты многочисленных репетиций, большого труда и чтобы его номер был ярким и красочным. Коллективы НАТО. Беги девиз пыт. Кем на Олкайде? Кемчели наш любимый детский сад. Горят вокруг огни, купаются в любви, на счастье подари на земле. Что вы говорите своим воспитанникам, когда выступаете? Как настраиваете? Я говорю, что они самые-самые лучшие, самые красивые мальчики, девочки.
что все хорошо, чтобы они не волновались, что я рядом буду. Чего вы ожидаете от этого конкурса? Главное – участие, и чтобы мои дети стали будущим хорошими людьми, чтобы они научились выходить на сцену, не стесняться, быть уверенными в себе, и чтобы у них в жизни все было хорошо. Атом савинал сайдан, мин уон савтахпын, уырбын наха сөбілюбін, мин сөбу бағана театралын кружокка сауджабын, уруйга сауджабын. Мин бу күрекка басықымын күттабын, олихин наха долгуябын. Саваячу бар бар, төрепіттер бар, онна доғыттар бар, перветтердімін. Ты голубишь, хочешь сердце навеки отдать.
из школы номер 5 города Якутска имени Николая Осиповича Кривошапкина. Учимся 3-й Г-класс. Нам танец пилотов поставила Гамбоева Екатерина Афанасьевна. И мы сами самостоятельно репетируем и уже участвовали во многих конкурсах. Детям очень нравится. Хотя в первый раз, когда начали, мальчикам была такая неуверенность, получится ли. Но мы упорно начали репетировать уже. Я, как классный руководитель 3-го Г-класса, мы после уроков старались заниматься, репетировать. И каждое движение, да, оттачивали. И желание у детей танцевать очень большое, поэтому мы стараемся, ну, хотя я не хореограф, но мы стараемся участвовать в таких творческих конкурсах. Мы 3-й Г-класс!